Сіз қадірлі достар. Бізіне шу сандығашын бұл бұлым конкурсына бірінші топтыр келдік. Біз Қозаннан келдік. Өзі Омскейді, Омскей шахарыннан. Конкурс очень понравился. Здесь вот выступали очень талантливые люди. Хочу поблагодарить организаторов, которые вот устроили этот конкурс, организовали. Хочу сказать им большое спасибо. И мы вот первый раз на этом конкурсе. И вот в следующий раз обязательно хотим еще приехать, поучаствовать, уже подготовиться еще уже на большой конкурс. Имя? Имя мое Шахзод. Имя Иля Розметова. Угу, хорошо. Сейчас немножко поменьше. Нормально, сейчас попробуем. Сейчас, секундочку, пониже опущу немножко. Повыше. Может, мы нам встать лучше надо? Давай посмотрим. Ага, сейчас вы тогда встанете тогда. Ну попробуй, встаньте, встаньте пока. Да, лучше встанем. Угу. Пойдем туда, чтобы был видно. Пойдемте, встаньте там, пока там. Как у вас прогон небольшой. Вот сюда, 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 сюда. Вот, чтобы было видно это вот. Так, еще немножко под полочку подниму я. Сейчас. Значит, вы, значит, представляете вначале, меня зовут Матем Шун, так? Ее так зовут, она должна себя говорить. И потом рассказывайте, приехали оттуда, отсюда, отсюда и так далее. Так, ровно, не ровно. Так, что-то не ровно. Готовы? Значит, вы представляете, меня зовут? Мы семья и так далее, и так далее. И потом по-русски, по-тарски там рассказывают. Так. Ой. Еще немножко подниму я. Отлично, отлично. Не сутулитесь, не сутулитесь, сутулиться не надо. Сутулимся. Сутулитесь. Так, внимание. Камера. Еще разочек. Исамысыз, қадірлі достар. Мына біз, менің есімім Шахзад Розметов. Бұл менің қотыным Найля Розметова. Біз мына бірінші топқа шушы конкурсқа келдік. Омский шахарынан, біз мына Умырзая ансамблінан бек сәлем айтасыз келе. Конкурс очень понравился. Здесь выступали очень талантливые люди. Мы первый раз на этом конкурсе. И вот в следующий раз обязательно еще приедем, уже подготовимся, как говорится. Да, уже будем стараться выше. Все-таки благодаря этому конкурсу мы также придумали свой творческий номер. Да, у нас песня также с сценарием. Очень интересная. Вот поэтому хотим сказать Рахмат, большое спасибо организаторам конкурса. Надеемся, что конкурс будет проводиться намного чаще. И они будут уже более крупного штаба. Призу Рахмат. Сам сіз қадірлі достар. Біз мына сондығашым бұл бүгін конкурсына бірінші топқа келдік. Біз Омский шахарынан, Мұрзая ансамблінан. Бізге мына шул конкурс бік ұшады. Менің есімім Шахзад Розметов. Менің қатыным Найля Розметова. Біз мына бірге шушы концертке бік подготовились. Конкурс очень понравился. Мы вот оказались в таком в конкурсе. То есть это получается голос, то есть татарский голос. Нам очень понравилось. Мы хотели поблагодарить организаторов этого конкурса. И в следующий раз мы обязательно уже подготовимся еще лучше. И
приедем. Да, постараемся удивить наших зрителей. Надеемся, что уже на большом конкурсе Сандугачна Балабалы мы уже будет другой масштаб, да, уже другие артисты. И я надеюсь, что мы обязательно приедем. Икрахмат. Так, стоп, сейчас посмотрим, что получилось. Мне кажется, что все знают. Нет, ты немножко так... Исэмсэс кэдэлэ дэслар. Минэм исэмэм Шахзат Розметов. Минэм исэмэм Нэйля Розметова. Мы приехали с города Омска. Мы раньше участвовали в народно-татаро-башкирском ансамбле «Умурзая». И сейчас нас пригласили на этот замечательный конкурс «Сандугачна Балабалы». И конкурс очень понравился. Мы... Есть на Первом канале «Голос». Это татарский «Голос». Вот конкурс очень понравился. Исэмэсэс. Минэм исэмэм Шахзат Розметов. Минэм исэмэм Нэйля Розметова. Мы приехали из Омска. Мы занимаемся в ансамбле «Умурзая», татаро-башкирский ансамбль. Мы первый раз участвуем на этом конкурсе. Конкурс очень понравился. Да. То есть на Первом канале, если у нас есть первый голос, то сегодня мы уже приехали на национальный, да, на татарский конкурс. Конкурс действительно очень интересный. Мы познакомились с различными людьми, с творческими людьми, национальными костюмами, да. Просто это было все очень здорово, великолепно. На самом деле мы даже не ожидали, что все так произойдет. Мы ехали, на самом деле, и не знали, что будет с нами, как, но все очень понравилось. Такие эмоции, такие люди, все было просто замечательно. Очень понравился конкурс. Здесь участвовали очень талантливые люди. Вот мы еще расширим свой репертуар и обязательно приедем на следующий год. Да, надеемся, что мы также будем участвовать уже в большом конкурсе на втором этапе Сандугачна Балабалы. И уже будем стараться удивлять наших зрителей все больше и больше. Также заходите, пожалуйста, к нам на страницу ВКонтакте Шахзат Нэйля Розметова. Мы будем очень рады вас видеть. Рахмат Бигзе. Спасибо большое. Кадырлы дослар, на бүгін шул бірінші топқырына Сандугачна Балабалы конкурсына келдік. Біз Омскийдан, Умурзая ансамблінен, бізге шул конкурс бік ұшады. Біз мұна рахметті біз нәйтесі біз келе шул ұйыштырғанлары үшін бік зұр рахмет. Келесі конкурсқа біз репертуары бізні яңалап, матурлап келеміз. Рахмет бік зұр. Қанта. Біздің нәшіл интернетті қорарға бұла Шахзат Хан Нэйля Розметова. Исам бұл. Мне сразу все песни куда-то делись. Чай, наверное, бизнес, коронавирус. У меня два пирожка был, я же не знал, что это. А вы же там были, в библиотеке. Я оба съел сам. Братанка. Что вы хотели? Артист известных сеть. Хотите петь про тут немножко? Как вы оказались на этом конкурсе? Подружки пришли. Да? Так. Если обратить внимание, получится, как будто бы знаешь, что ты снимаешь. А ты там, да, Серж. Почему, когда снимаете кино, смотрит, как человек реагирует, он не должен ни на режиссера, ни на оператора, не должен быть. Понимаешь, да? Да. Если он такое состояние, когда ты на сцене, должно быть.
одухотворен. А вот так ходить туда-сюда, а потом ни с того ни с сего начинать петь, такого не бывает. Артист должен уже из-за кулис должен ходить как артист. Да, энергию нести, да. Подойдите, вот я к вам иду, даю свое искусство, говорю, я вам, это сразу слегка. Потом вот такой низкий момент, слегка. Потому что поклониться нам только после того, как тебя послушали. А что ты кланяешься, например, глубоко? Они себя не знают. А за что ты? Да. Поздороваться – это да. А когда уж ты спела, вот я спела, теперь оцените. Чем больше ниже кланяться, тем больше должны тебе кланяться. Такой, это, чем больше позы, тем ниже поклонились. Да, ну не совсем, но все равно. И то, как только спела, если концерт, допустим, да, спела, сначала посмотрела, сразу не надо клониться. Например, закончила, паузу или тихую паузу держи, а потом уже посмотрели в глаза, ну что, я вам сказал, я вам нравлюсь, нет, давайте, я жду вашего завтра. Актер внутренний монолог идет обязательно. Да, обязательно. Потом, а, вы хлопаете, пожалуйста. Теперь уже я вашим успешным кланяюсь. Внутренний монолог тоже надо писать. Да, примерно понятно. Понятно, да, вот это имеет. Ну, потихоньку, да, потихоньку сейчас. Там, кстати, у тебя голос хороший. А потом ты владеешь именно, ну, мелизматик у тебя хороший. Вот тебе как обдуманно, действительно, монах себя подать на сцене, надо сначала писать. А как лучше? Вот, типа, вещи скромно или нет, опа тоже не надо. Вот это искусственность тоже надо. Сама с собой, как здесь надо. Но вместо сценичный надо быть. Сценичный. Вот и вижу. Уже? Ага. Ну ладно, удачи вообще. Все.